125 лет исполняется первой краевой клинической больнице имени профессора Сергеева. Она начиналась как лечебница на 25 коек. Сейчас учреждение одно из главных на Дальнем Востоке по оказанию помощи по 22 направлениям, в том числе самым сложным. Коллектив больницы и ветераны отрасли встретили праздник на площадке музыкального театра. С подробностями мои коллеги. Большой юбилей отмечается на большой площадке. Коллектив клинической больницы имени Сергеева встречают оркестром. В музыкальном театре собираются и нынешние сотрудники, и ветераны отрасли. Врач-физиотерапевт, да. Потом была заведующая отделением физиотерапии. Моя любимая профессия, и я никогда не пожалела, что я стала врачом. И всегда шла на работу с радостью и с радостью домой. Вот поэтому благодарна судьбе, что я оказалась в краевой больнице, потому что это флагман нашей медицины и остается и в настоящее время. История первой краевой клинической больницы началась еще до революции. В 1898 году открылась лечебница на 25 коек. За десятки лет учреждение расширилось. В 1967 году начали строиться новые корпуса. А в здание на улице Краснодарской больница переехала в конце 70-х. Сейчас клиника носит имя выдающегося хирурга Хабаровского края Сергея Ивановича Сергеева. Он первым в регионе провел операцию на сердце в 1961 году, несколько лет возглавлял больницу. Наращиваем количество сосудистых оперативных вмешательств. Открыли уронефрологический центр, открыли колопроктологический центр, открыли койки реабилитации. Вот сейчас открываем центр головы и шеи. За 22 год, ну, наверное, впервые больница приросла кадрами врачебными и сестринскими на 15%. И самое главное, что это пришла молодежь. И сегодня у нас учатся более 30 человек в университете, в нашем медицинском. Вот. Поэтому эти люди, которые в ближайшее время придут к нам работать. Сейчас коллектив клинической больницы – это 1400 человек. В ее составе 22 клинических отделения, разнопрофильные блоки и лаборатории. В год на стационарное лечение клиника принимает в общей сложности 22 тысячи больных. При этом амбулаторно помощь здесь оказывают 130 тысячам людей. Выполняется около 12 тысяч операций. Хочу выразить огромную благодарность за вас, за ваш невероятный труд, за ваше доблестное служение, за ваше ответственное отношение к делу, за нашу жизнь и здоровье. Специалисты больницы имени профессора Сергеева за свой труд получили благодарности губернатора Хабаровского края. Анастасия Незнанова, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.